В Абыйском районе обрушился каркас недостроенного спортзала в поселке Белая гора. Прокуратура Якутии уже начала проверку по факту обрушения. По свидетельству местных жителей, большая часть прежнего спортзала была снесена из-за угрозы обрушения крыши. К оставшейся части было решено пристроить арочный зал. Каркас собрали еще в январе этого года, но на этом дело остановилось. Подрядчик, некая фирма ДТ «Мамонт», якобы свернула работы, как только получила оплату за первую половину строительства. Все ли обстояло именно так и кто виноват? Виноват, что небольшой спортзал стал долгостроем, предстоит выяснить правоохранителям. Ну, я думаю, как нужно разобраться вот с этим всем, чтобы у нас в центре, в поселке Белая гора в Абыйском улусе, нету зала ни для молодежи, ни для будущего поколения. У нас дети растут, есть спортсмены хорошие, но негде, условий нету у детей. Ну, я не знаю, построить опять 5 лет новый будет строить. Я хочу, чтобы быстрее. Это вот наши лучшие годы сейчас проходят, а мы сидим. Вот так вот. Вот мое мнение. Надо чем построим, спортзал быстрее, чем молодежь быстрее будет заниматься. А людей много, кто хочет заниматься. Желающих много, кто хочет заниматься спортом.